Чаще всего можно встретить эскиз тату Ёж в виде героя мультфильма «Ёжик в тумане». После победы этой картины на Каннском фестивале в 1975 году татуировки с изображением ежа обрели популярность. Это животное представлено в легендах и мифах разных народов. У древних шумеров еж был символом богини войны Иштар и олицетворял воинственность. В Азии и Африке ежи считались покровителями сельского хозяйства и огня. В христианском мировоззрении еж был дьявольским животным и ассоциировался с воровством и злыми делами. Считалось, что сатана крадет души, как еж крадет фрукты. Сейчас значение татуировки еж зависит от того аспекта внешности этого существа, который акцентирован в его изображении. Если в рисунке выделены иголки, это символ того, что обладатель тату может стать агрессивным, когда затрагиваются его интересы. Ёжик, изображенный с грибами и ягодами, несет позитивную энергетику. Ёж, свернувшийся клубком, символизирует солнце. Изображенный со змеей в зубах, ёж выступит защитником от нечистой силы.